Ну вот, начинаем чистить снег от стенки дома, отгребли, а здесь сейчас попробует. Ну вот уже он завел снегоуборщик, снегоуборщиком чистит. Вчера очень сильный был снегопад, весь день до вечера. Так, сейчас я здесь смету. Да хоть немножко, он все равно немножко идет. Здесь было очень много снега на ступеньках. Это ему надо его гаража сейчас чистить и всюду. Посмотрим сейчас, где он тут. Стал ломаться наш снегоуборщик. Вот какие сугробы. Ой, он хочет здесь. Да нафиг. Не надо бы до весны уже. Да, а он и не захватывает уже жестко здесь. Да, тяжко, тяжко. Да. Он хочет, чтобы я вокруг дома могла гулять. Да мне и здесь хватит. Ой, что делается со снегом? Клематисы стоят. Это тоже клематис. Розы еще с листьями. Сейчас он здесь вот, наверное, вылезет. А, во, вылезает. Так, ну здесь, наверное, тоже разгребет. Не буду я лопатой. А оставит это лопатой, почищу. Кошки туда ходят, в туалет. Вон туда запарник. Ладно, пусть чистит, я пойду. Вот на инкубатор приходится надевать ведро, чтоб кот не залезал. Залезает и лежит на нем. Приходится громоздить. Заложили яйца, но купленные заложили и своих заложили, но не знаю, петух что-то кур не очень-то топчет, будут ли оплодные или нет. Так, здесь он, значит, мне прогреб. Это обычно я эту дорожку разгребаю кошкам.